Мы с обеспокоенностью отмечаем нарастание негативных тенденций, дестабилизирующих обстановку в Боливарианской республике Венесуэла, с которой Россию связывают тесные узы дружбы и стратегического партнерства. Такое развитие событий чревато угрозой демократической устойчивости этой страны, может иметь серьезные последствия для ситуации в латиноамериканском регионе в целом. С позиции многих членов международного сообщества, которые выступают за поиск конструктивного решения внутри венесуэльских проблем, откровенно диссонирует агрессивное наращивание Вашингтоном политического и санкционного давления на Каракас, вплоть до объявления внутриполитической ситуации в Венесуэле, представляющий, цитирую, «чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики США». Конец цитаты. Со своей стороны подтверждаем твердую солидарность с народом Венесуэлы и ее законно избранным руководством, решительное неприятие любых форм насильственных действий и госпереворотов как метода силового смещения легитимных правительств суверенных государств. Призываем к преодолению имеющихся внутренних разногласий на путях диалога в рамках Конституции страны при уважении принципов, отраженных в действующей региональной демократической хартии, без деструктивного вмешательства извне. В этой связи выражаем поддержку направлению в Венесуэлу посреднической миссии Союза Южноамериканских Государств – УНАСУР.